В бою вы все были равны. Вы были вместе в окопах. Спали где и когда могли. Только в перерывах между боями. Мы все писали домой нашим матерям, и все погибали одинаково. Русские, евреи, украинцы, кто угодно. Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Адольф Гитлер начал пожирать страны одну за другой. К 1941 году он счел, что готов к завоеванию Советского Союза. Операция «Барбаросса», начатая 22 июня 1941 года, была самым масштабным вторжением в истории. И немцы, и их союзники продвинулись далеко вглубь нашей Родины. Мы начали контрнаступление. К 8 мая 1945 года от рук немецко-фашистских захватчиков погибло почти 26 миллионов советских граждан. Фуэр! Более 10 миллионов из них были солдатами. 500 тысяч этих солдат были евреями. В то время как немцы убили более миллиона человек из еврейского гражданского населения в СССР, более 140 тысяч еврейских солдат погибли в боях. Более 160 тысяч были отмечены наградами, а 149 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди евреев, сражавшихся за свою родину, было удивительно много женщин. Еврейки были артиллеристками, медиками, переводчицами. А некоторые присоединились к партизанам. Они были образцовыми воинами. Это были сильные женщины. Вот история одной из них.